День без женщин. Такое 8 марта устроили в Италии. Профсоюзы призвали прекрасную половину в этот день сделать себе выходной и заняться исключительно домашним хозяйством. В Риме к женскому протесту присоединились и мужчины-водители. Они требовали улучшить условия труда и увеличить им зарплату. После чего в городе случился транспортный коллапс. Остановилась подземка, с перебоями работали автобусы и трамваи, а к такси выстроились огромные очереди.